Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на точку доступа с поддержкой технологии Wi-Fi 6. Она позволит создать стабильную сеть Wi-Fi и порадовать большим количеством технологий. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели Aruba Instant On EP22. Это точка доступа бизнес-класса, работающая по стандарту Wi-Fi 6 802.11ax. Данное решение отлично подойдет для построения сети для малого и среднего бизнеса с высокой плотностью размещения и необходимостью в повышенной производительности. Во многом может помочь решить вопрос с использованием интернета вещей, использование элементов умного дома и большого количества мобильных устройств. Сейчас стало нормой иметь по два телефона, а в качестве компьютера использовать ноутбук и, возможно, даже планшет, которые аналогично будут частью рабочей сети. По комплектации, как видите, все необходимое в наличии, включая блок питания и крепления. Возможность запитать через коммутатор с POE или POE инжектор тоже на месте. Сбоку размещен гигабитный порт RJ45, а сзади консольный порт типа microUSB. С фронтальной стороны находится два крупных светодиода, благодаря чему индикация наглядно показывает состояние работы устройства. При желании их можно выключить. Самым удобным решением будет питание именно через POE, к примеру, реализовав все через коммутатор Instant On. Таким образом, вы можете установить необходимое количество точек доступа и не волноваться о наличии в этом месте розетки электропитания. В офисе это будет особенно актуально. Дополнительная проводка – это лишние траты. Установка розетки у потолка – это вообще нарушение правил пожарной безопасности, и потому не всегда возможно вообще реализовать все так, как бы было необходимо. Важной особенностью Aruba Instant On EP22 является простота настройки. Все делается буквально в пару тапов через официальное мобильное приложение Aruba Instant On. Оно доступно как на iOS, так и на Android. Управление тоже может проходить через него. Особенно интересно смотрится возможность наглядно контроля трафика. Вы сразу видите, какой тип контента используется, веб-серфинг, через какие приложения проходит трафик, игры, социальные сети, интернет-магазины и так далее. Причем видно вообще все. От того, на каких ресурсах было то или иное устройство, какой стриминговый сервис использовался и вплоть до того, в какую сетевую игру играли на нем. Блокировать работу отдельных сайтов и приложений аналогично возможно. Удаленные изменения настроек уровней доступа, создание гостевой сети тоже можно реализовать. Доступ к настройкам через облачное решение на вашем ПК из любой точки мира предусмотрен с сохранением всего функционала и возможностей. Технологически точка доступа Aruba Instant On EP22 оборудована двумя радиоблоками для одновременной работы в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Они оба поддерживают протокол 802.11ax и имеют конфигурацию MIMO 2x2. По скоростям мы получаем 1,2 Гбит в секунду в 5 ГГц и 574 Мбит в секунду в 2,4 ГГц. На одной точке доступа может быть подключено до 75 клиентов. Замеры скорости на канале от провайдеров 500 Мбит в секунду наглядно показывают, что используя Wi-Fi 6 802.11ax мы получаем скорость без заметных урезаний. Для теста использовался Apple MacBook Pro 13 M1 2020 и Apple iMac 24 M1 2021. В точке доступа Aruba Instant On EP22 реализован стандарт безопасности Wi-Fi Alliance WPA2/WPA3 и поддержка Enchanted Open для организации защищенного беспроводного доступа. Для более эффективного и безопасного использования сети есть встроенный маршрутизатор, шлюз и функции межсетевого экрана. Если одной точки доступа мало, то можно использовать несколько в рамках единой сети. Для настройки нужно просто выбрать приложение новую и все будет работать. Настройка будет идти автоматически. Дополнительных действий с вашей стороны не потребуется, а зона Wi-Fi покрытие увеличится. По итогам могу сказать, что Aruba Instant On EP22 это мощное решение для реализации современной Wi-Fi сети. Вы получаете простую в настройке управлении, гибкую благодаря большому количеству возможностей сеть. А если вдруг будет мало одной, то в считанные минуты вы можете расширить ее на необходимое количество. И таким образом построить еще более стабильную Wi-Fi сеть с большей площадью покрытия. И это на самом деле очень интересное решение, так как по сути позволяет гибко настраивать ваши реалии, ваши потребности
фактически в режиме реального времени. Вот за это на самом деле мы и любим подобные технологии. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а там же вы найдете дополнительную информацию. Ну и конечно, все будет продублировано в прикрепленном комментарии. Не забудьте поставить большой палец вверх на канал, подписаться, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимайте на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Большой палец вверх, вот это все тоже там, все внизу. В общем, вы знаете, что делать. Проделать вам несложно, а для нас это огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. Заранее вам большое спасибо. И несколько роликов сейчас перед вами. Переходите, смотрите, там тоже много интересных видосов.